Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль ВАЗ-2105 2010 года выпуска. Двигатель 1.6, механика, задний привод. Пробег на автомобиле 58 тысяч километров. Заменены реактивные тяги или штанги реактивные на подвеске заднего моста. В прошлый раз, когда делал резонатор, обратил внимание, резинки полопались и штанги поплыли. Поднимаю автомобиль. Вот, показать, как плавают тяги, резинка гуляет. Все разбито. Также и с этой стороны. Вот она плохо плавает. И состояние резины. Вся разорванная, как с одной стороны, так и с другой стороны. Здесь вообще вот гуляет, видать, уже давно, потому что хозяина спросил, он говорит, а я понять не могу, говорит, что она у меня плавает по дороге. Скорости небольшие, пробег у автомобиля небольшой. Откручиваю амортизатор и откручу вот этот болт. Он у нас находится за втулкой амортизатора. Подожму гидростойкой мост, чтобы амортизатор отвязать, чтобы пружина не выпала. Все. Поджал. Болты голов гайки на 19. Беру новую штангу. Штанги мы возьмем фирмы Кедр. Номер для заказа штанг МК-01-29-19-100. Комплект фирмы Кедр. Вот старая, вот новая резина, выработана она меньше втулки, разбита, смещена. Автомобиль очень сильно плавал по дороге.
Притом это стоит заводская, не переделанная. Обратите внимание, как она приварена. Ухо смещено. С этой стороны ухо нормально, но втулка также ушла. Также смещена резина относительно центра. Не знаю, что там использовалось при установке на заводе. Болты я беру тоже новые. Крепление, комплект крепления реактивных тяг. Номер соответствует, не соответствует, я не знаю, 21-10-29-19-30-86. Болты с гайками, но без шайб. А без шайб, потому что родные болты стояли тоже без шайб. Это уже не заводские комплекты, они идут еще с шайбами. Ну и как всегда я болты смажу, чтобы коррозия их не ела. Хотя надо отдать должное, за 8 лет болты родные вышли, по крайней мере на этой штанге, нормально. Буду надеяться, что и на всех остальных будет так же. Вот этим кронштейном, который у нас держит трос ручного тормоза, устанавливаю ближе к мосту. Ну все, ставлю шайбы груверные и новые гайки. Затягиваю. Ну и также затягиваю болт амортизатора. Теперь откручиваю верхнюю реактивную, короткую. Thank you.
и передняя. Здесь спереди шайбы стоят с двух сторон. Беру новый болт, переставляю шайбы, смазываю. Ну, здесь реактивная тяга. О, резинка вся разорвана. Как с одной стороны, так и с другой стороны. Здесь болт стоял со стороны редуктора. Я болт ставлю с другой стороны, потому что вот в этом месте стоит тройничок на тормозную трубку, на тормозную систему. И болт упирается в него, неудобно ставить, а оттуда будет удобно поставить. И снимать его потом отсюда туда выбивать легче. А вот теперь надо немножко мост как бы выкрутить, потому что у нас здесь по отверстию болт немного не попадает. Вот здесь вот ухо, вставляю в ухо, немного его поворачиваю, и все, болт у нас на месте. Вот ухо, в которое я вставлял. Вот таким образом. И мост и туда, и сюда можно немножко шевелить. Затягивай. Болты затянул. Ну а теперь можно снимать штангу Панара или тягу Панара.
Ну вот единственная тяга, на которой резинки особо не пострадали. Опять же, здесь болт стоял с той стороны, когда я его выбивал, он упирался у меня в пружину. В принципе, я его вставить могу. Просто отжать пружину немножко вот так вот. Вставлю старый болт. Все, затягиваю. Штангу затянул. Ну, а эту сторону, короткую и длинную, я уже показывать не буду, как менять. Также аналогично, как и левую сторону менял. Откручиваю амортизаторы и откручиваю штанги. Когда заменю, уже покажу. Заменил я с правой стороны обе штанги. Проблем у меня никаких не было. Все болты спокойно открутились и вышли, во втулках нигде они не закисли, не закипели. Поэтому мучиться я в этот раз не мучился. На этом все. Замену задних реактивных штанг я закончил. Всего вам доброго.